встречаются, короче, два мальчишки, ну там лет 10, немецкий и русский. Ну такие что-то играют, и вдруг русский мальчик спрашивает у немецкого, говорит: слушай, а у вас в семье кто главный? Ну немецкий такой говорит: ну как кто? Папа. Дальше играют. И вдруг немецкий мальчик спрашивает русского: слушай, а у вас кто главный в семье? Русский говорит: слушай, у нас бывает папа, но бывает и мама. Немецкий мальчик говорит: мама? А это кто? Поставьте лайкосик, запарили. И вообще посмотрите все анекдоты. Спасибо. Анекдот от баклажана, ба-ба-ба-ба. Анекдот от баклажана, вау-вау-ва. Анекдот от баклажана, е. Анекдот от баклажана, баклажана. Спасибо вам огромное, Вячеслав Мясников, сегодня и всегда. Спасибо за все, за чувство юмора и удивительную улыбку. Классный канал.